Сотрудники МЧС спасают жизни, а мы рассказываем про их подвиги. Сегодня в торжественной обстановке министр по чрезвычайным ситуациям наградил сотрудников СМИ. Вопросы предупреждения, профилактики, вопросы доведения до населения актуальной информации, как правильно себя вести в опасности. Вот это вы наш проводник, вы наша нить, связывающая нас с гражданами, которым мы хотим достучаться до их сердец, чтобы они были в безопасности. Награды СМИ присуждены по итогам республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ безопасности жизнедеятельности. Творческий коллектив редакции мультимедийных проектов агентства «Минск Новости» отмечен дипломом в номинации «Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Специальным призом «Молодежь за безопасность» наградили редакцию журналов «Юный спасатель» и «Служба спасения». Самое интересное то, что работа такая очень обширная. Мы в своем журнале освещаем все направления деятельности. Это и о безопасности, это и о подвигах людей, гражданских людей, которые в самых каких-то сложных ситуациях, чрезвычайных, просто так вот делают поступки. На мой взгляд, это действительно подвиги. Ну и, конечно же, о деятельности наших ребят, наших самых лучших профессионалов, спасателей. Когда ты очень много вот вкладываешь в свою работу и прочувствуешь ее, и времени много тратишь, и действительно эмоционально хочешь, чтобы это отзывалось у людей, ну, конечно, когда ты получаешь награду за это вдвойне такой стимул для того, чтобы вот продолжать в том же направлении. После церемонии награждения журналистам провели экскурсию по Центру безопасности МЧС. Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».